Новое предложение по поставке и переработке нефти на белорусских НПЗ сегодня обсуждались на высшем уровне. Глава государства оперативно в выходной день провел рабочую встречу с новым вице-премьером, курирующим нефтехимию, Юрием Назаровым и председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым. Последний отвечает за детальную проработку схем поставки сырья альтернативного российскому, включая пробные пилотные контракты, например, танкерами из Норвегии. Тема диверсификации и энергетического суверенитета сейчас для Беларуси является приоритетной, а потому откладывать принятие решения по новым крупным партиям нефти до понедельника президент Беларуси не стал. Тема разговора, как вам известно, прежняя. Поставки в Беларусь углеводородного сырья, прежде всего нефти. Ко мне поступило ряд предложений по поставкам нефти и переработке в Беларусь. Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы и посоветоваться, каким образом нам стоит, не стоит покупать эту нефть, как поступить лучше, что более экономически выгодно. Думаю, что мы найдем решение. Я вас дернул в выходной день, потому что вопрос не терпит отлагательств. Нам надо принимать решение и уже с понедельника, вторника забирать эту нефть, потому что объемы большие, больше 6 миллионов тонн. Поэтому, если нам это выгодно, значит, будем покупать. Напомню, тема поставок альтернативного сырья обострилась с начала года, а после того, как, вопреки межправительственному соглашению, Россия стала недопоставлять на белорусские НПЗ до 1,5 миллионов тонн ежемесячно. Камень преткновения – так называемые премии российским нефтяным компаниям. Если они сохранятся, то цена нефти для Беларуси фактически станет выше мировой. А это и с коммерческой точки зрения, и с учетом союзных отношений Минска и Москвы, неприемлемо. В настоящее время поставки нефти по мировой цене без премии осуществляет ряд независимых российских компаний. Также в феврале на белорусских заводах была переработана партия качественной нефти из Норвегии. В марте анонсированы поставки легкой нефти из Азербайджана.